Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет небольшое видео, в котором я покажу, как можно увеличить силу току на повышающем преобразователе. Для примера я взял такой вот повышающий преобразователь дешевый, с 5 до 12 вольт. Он очень слабенький, ранее мы его собирали в радиоконструкторе, то есть питается он от USB, и на выходе выдает 12 вольт. Давайте его сначала протестируем в стоке, для этого использую вот резистор и связку. У нас тут они подсоединены параллельно и последовательно с мультиметром, то есть на мультиметре у нас сейчас проверяется сила тока. И давайте подсоединим и посмотрим, какой результат он выдает. То есть подсоединяем, это у нас 0,5 ампер, то есть 500 миллиампер, даже меньше. Видите, постепенно спускается, поскольку все-таки мощности ему не хватает. Для того, чтобы нам улучшить наш преобразователь, нам нужно заменить катушку индуктивностью на более мощную. Для этого я взял вот такую. Я припаял другую катушку индуктивности, таким образом она выглядит. Конечно, некрасиво, но по-другому ее подсоединить бы не получилось, поскольку места тут очень мало. И теперь давайте подсоединим и проверим. И на выходе у нас теперь 1,1 ампер. То есть смотрите, насколько сильно мы увеличили. Было 0,5 ампера, теперь 1,1. Причем стабильно, как видите, цифры не скачут. И с такой силой тока теперь работает наш преобразователь. По-моему, неплохой результат. Теперь его можно даже использовать в некоторых устройствах, поскольку до этого результат был не очень хороший, и мало где бы его можно было задействовать. Вот таким простым образом можно улучшить повышающий преобразователь напряжения. В общем, было очень короткое видео, но я думаю, некоторым оно будет интересно. В общем, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось видео. И в общем-то, пока.